праздничное настроение подпортили хулиганы жителям Тайшета. Злоумышленники покусились на святое, новогоднюю елку. Ее установили неделю назад у железнодорожного вокзала, но радовала прохожих она недолго. Сначала кто-то украл с дерева шары, а потом и вовсе разбил оставшиеся теперь снег у новогодней красавицы, пестрит осколками. Совсем другая елка накануне была в центре внимания в Ангарске. Во-первых, оказалась она там ненадолго. Во-вторых, состояла совсем не из веток. 6 экипажей ГИБДД, 9 инспекторов и 100 детей, все они выстроились вот в такую чудо-елку, которую вы видите на экранах. Флешмоб организовали сотрудники госавтоинспекции. Машины с маячками были припаркованы в форме новогоднего дерева и окружали эту композицию дети, которые держали в руках фонарики. А помимо этого, у всех школьников на верхней одежде были светоотражающие элементы. Главная цель мероприятия – это популяризация световозвращающих элементов для наших маленьких пешеходов, которые в зимнее время утром идут в школу, темно, вечером возвращаются, тоже бывает уже темнеет рано. В связи с тем, чтобы водители их видели на более дальнем расстоянии, обязательно нужно носить такие световозвращающие элементы.